Мы находимся в совхозе имени Ленина знаменитом. Знаменитейший на весь мир совхоз Ленина. Мы здесь бывали уже не первый раз. Мы это фермеры Краснодарского края, делегация. Фермеры Ростовской области, Волгоградской области. Мы уже неоднократно бывали в совхозе, знакомы и с руководством совхоза близко, с Павлом Николаевичем Грудининым, и с многими специалистами. И приехали сегодня специально с дружеской, просто с дружеской встречей моральной поддержки совхоза, ну и, соответственно, в борьбе совхоза за свое существование. Поскольку сами лично знаем, что это такое, наша порочная судебная система, мы и есть фермеры вот краснодарские эти, которые ехали в 16 году тракторным маршем из-за того, что судебная система Краснодарского края порочная и криминальная, лишала нас возможности работать на наших землях. И сегодня мы находимся у Павла Николаевича Грудинина с поддержкой. И в любой момент, по любому звонку любого жителя совхоза, мы приедем и будем поддерживать и защищать вплоть до физической защиты. Так что мы в доле, мы за совхоз Ленина.